Министерство обороны после службы долгих лет дает мне 3 патрона и тяжелый пистолет. Я вообще мужик неровкий, я одну мою жену, но совсем без тренировки не защитить страну. Тут со мной начинает инструктаж, без него ты, брат, конечно, маху дашь. Никуда ты без него не попадешь, а застрелишь сам себя, ядрёно вож. Чтоб душа была начальников чиста, распишись, как ты скорее в 5 местах. Не случилось, что ужасная беда, сделал шаг, а после сразу докладай. Выхожу я на исходы, 3 патрона достаю, но дорогу международный, сейчас заочно всех убью. Быстрые власти угрозы ваших ядерных ракет, так как я же моя грозна, 3 патрона в кулаке. Тут команду произносят, заряжай. Начинаю быстро я соображать, не ударить бы сейчас мне в грязь лицом. В магазин патрон сломать каким концом? Террористы пусть немного поживут, разберемся через несколько минут. Всех сумею в одночасье победить, пусть сумею магазин свой снарядить. Наконец мы нашли патроны, место нужное свое. Я походку их урона выдвигаюсь, ё-моё. Становлюсь суровый сразу, как железная броня. Жду отдания приказа на открытие огня. Никого я во вселенной не боюсь, я теперь покруче, чем Уиллис Брюс, и Кутузов, и Суворов, и Илья, и Пожарский, да и Минин тоже я. Пистолет скорее мишень бы навести, сразу выбью 60 из 30. Не забыть бы вот надеть на нос очки, полетать по закоулочкам клочки. Тот дает команду бою, но теперь тушите свет. Я дрожащей рукою поднимаю пистолет, стараюсь пишет не боком, наставление как велит. Смотрю суровым оком, и безжалостен мой вид. Вот на ухо мне командую огонь! Я давлю, а только нету ничего. Я сильней, а тут толкает в бок меня. Да ты же его с предохранителя не снял. Я предохранитель этот вниз давлю, пистолет роняю, а потом ловлю. Поднимаюсь, не случилось ли чего, а вокруг больше нету никого. Что, трухлявый, боитесь, пистолетом у меня? Я иду суровый, видись, прям к линии огня. Поднимаю свою пушку, сейчас поймешь, что почем. И ловлю мишень на мушку, нажимаю на крючок. Тут как вдарило оружие мое, как тут пуля полетела, ё-моё. Как тут пуля пролетела, и ажа, как мне гильзой засветило по мозгам. Я от ужаса такого сразу взмок, и уже решил, что рухнул потолок. И закрыв на всякий случай все глаза, даванул на стул скорее 2 раза. Улетели птицы и пули, дым стоит пороховой, все полезли из постой, каждый блин едва живой. Забирает мою пушку, каждый как ребенок рад, обнимает все друг дружку и спасибо говорят. Мы-то думали, что нам пришла хана, что не доживем, уже будет темна. Жор детишками вели тебя любить, что сиротами и вдовами не быть. Иди скорее родимый погуляй, только больше умоляем, не стреляй. На 3 года мы тебе поставим 5, чтоб не надо было более стрелять. Сюда еще конец близко. Пусть боятся террористы и Усама Бен Ладен, будет точен каждый выстрел, не без суши и в воде. Выпечатайте награды, пусть на вас они гремят. Победим любого гада, мы с патронами тремя, мы с патронами тремя, мы с патронами тремя.